Всем привет! Вы на канале «Убиваю BPM». Буквально несколько часов назад свершилось долгожданное. Оксимирон ответил на дисс Моргенштерна. Это первый разбор дисса от Оксимирона. Здесь мы разберем отсылки в видеоряде на трек «The Story of Alisher». Что ж, не будем тянуть, поехали. Никто еще не в курсе, что на ютубе стартовал новый музыкальный проект под названием «Хиты его города», где два парня ездят по городам России, и их задача записать песню с помощью людей, живущих в этом городе, нарезая их слова и составляя хитовые заедающие мотивы. В данный момент у ребят на канале проходит конкурс, победителю в котором парни спродюсируют песню с нуля и зальют на все площадки. Также парни ждут ваших комментариев под видео, в какой следующий город им отправиться, чтобы там снять новое видео и записать песню, возможно, даже с вашим участием. Вот чудо-яйца их ремонтируют. Я ничего не хочу говорить сейчас. У них, конечно, возможностей много. У нас. Видео начинается с черно-белой силуэтной анимации, где Алишер в образе маленького ребенка жутковатый женский силуэт вручает булаву с цепью, на конце которой, собственно, само холодное оружие Моргенштерн. Женский силуэт может быть как и отсылкой на маму Алишера, чью фамилию Моргенштерн взял как сценическое имя, так и на символ смерти. Ребенок стучит булавой по земле, чтобы на него обратили внимание, и мы можем заметить силуэт, напоминающий самого Оксимирона. Далее простая метафора. Моргенштерн взбирается на Моргенштерн. Название — это отсылка к диссу Пуша Ти на Дрейка. О чем после говорится в тексте? Я новый Пуша Ти, к черту, сикс. После персонаж ребенка кормится с большой руки, которая может здесь символизировать рэп-жанр в России в целом, на развитие которого очень сильно повлиял Мирон, помогая его разнообразить, повлияв на появление многих фрешменов, как и на самого Моргенштерна, который не раз говорил, что является фанатом творчества Мирона. Затем ребенок кусает руку, что является простой мыслью – плевать в колодец, из которого пьешь. И рука его отталкивает. Это может быть символом отказа Мирона работать с Алишером, как и отказа многих игроков в рэп-игре, которые относятся к жанру более серьезно. Тот же Кизару. Мои пацаны никогда не будут с ним работать, да? Они будут с ним работать по не по той причине, что он там какой-то плохой человек, блядь, а по причине музыки, как бы. Вот и все. Далее ребенок оказывается на полу с цепью на ноге, на цепи огромная булава. Алишер – заложник образа Моргенштерн. Сама булава превращается в колючку. Все просто, в тексте эта мысль озвучивается. Алишер строит образы на язвительности и постиронии. Хочет быть круче, боец приставучий, злобная, надоедливая колючка. Следующая часть видео. Мирон предстает в шутливых образах, что можно расценивать опять-таки как отсылку на любовь Алишера, все обыгрывая через юмор. Образ Мирона как уборщика мусора, судя по всему, намек на то, что биф, который начал Алишер, это копание в мусоре и грязном белье друг друга. Женский образ, возможно, опять-таки привычка Алишера представать на публике в вызывающих образах. Лупа в руке, очевидно, более подробное рассмотрение Алишера как человека, под образом Моргенштерна. Образ Зора – обыгрывание популярности символа Z в нынешней ситуации в стране. Мирон, как мы знаем, ярко выражает свою политическую позицию на этот счет. Но где ты был 8 лет, пародируя, но изобрази... Вот это прям чистая отсылка к Эминему, прям полнейшая. С этим ударом, где Супермен появился. Вообще, с образами здесь проработанный концепт. С этим играл и сам Моргенштерн в клипе «Я убил Марка». Мирон в образе Алишера времен изи рэпа интересно обыгрывается в тексте, что для Алишера рэп-карьера началась как шутливая пародия на русский рэп. Вычурные женские образы, судя по всему, изображение якобы целевой аудитории Алишера. Также нельзя не отметить Мирона в образе солдата королевской британской гвардии. Это Оксимирон из Лондона. Это Оксимирон из Лондона, специально для оптикраша. Далее Мирон в кадре верхом на осле. Согласно библейским сказаниям, Иисус въехал в город Иерусалим на осле и позже стал мессией. Возможно, это намек на то, что в свое время неким мессией для рус-рэпа стал Мирон. Кадры с Мироном в образе Алишера как человека, который очень сильно концентрирован на себе и на образе сильного рэп-артиста. Татуировки, цепи и так далее, а не на своем творческом начале и внутреннем я. Нарциссизм, как озвучено в тексте. С тобой старый хит, как прикид Кадиллак. И нарциссическая дурка. Конечно же, куда без стереотипного еврея, вечного жида. Оксимирона как хитрого человека, что на протяжении долгого времени остается востребованным и интересным зрителю-артистом со времен альбома «Вечный жид». Эта картина дополняет содержание текста, где речь о том, что просмотры и прослушивания, которые всегда были важны для Моргенштерна, с тяжестью соревнуются с Мироном, который последнее время в основном находился в творческой стагнации. Чё по просмотрам, кстати, я обогнал Бугатти на самокате. Кадр с ребенком в клоунской маске, снимая которую мы видим другую клоунскую маску. Сзади нависает Моргенштерн. Снова про нахождение в заложниках у своего образа. Человек, будто жизнь
Вот это хорошее, что под маской клоуна клоун, это хорошо. Получилось. Мирон использует слово клоун, он не называет его, по сути, никак. Очень часто он начинает с того, что он клоун по клипу, заканчивает, что он клоун. Это очень в подкорочку лезет, да, по сути, такая некрасивый ход, но очень эффективный. После на кадрах маски на ребенке нет. В титрах мы возвращаемся в черно-белую анимацию, где ребенок освобожден от большой булавы на цепи. Символ разбора и уничтожения образа. Неплохая отсылка к Дису Алишера, где он уничтожает творческое альтер-эго Мирона, Марка. Кладу к миру, я ху на могилу. Поверить не могу, а начиналось так красиво. Пишите мысли по поводу данной работы. Чего ждете в ответе Алишера? А также ждите новый ролик с разбором текста Диса. К слову, за видеоклип отвечал режиссер Тим Рохо, тот, кто снял Оксимирону клип «Кто убил Марка». Знаешь, чувство, будто забуксовал, где-то свернул не туда и путь стал замысловат. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и следите за новостями.